1 октября в соответствии с поручением председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Тверь посетил межрегиональный автопробег, посвященный 75-летию Нюрнбергского процесса. Столица Верхневолжья – четвертая остановка автопробега. Он стартовал в Санкт-Петербурге и через Псков, Новгород, Тверь финиширует в Москву. В каждом городе развертывается передвижная выставка архивных материалов, посвященная Нюрнбергскому процессу и свидетельством трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Вторым этапом автопробег посетит Тулу, Воронеж, Волгоград, Керчь, Краснодар, Курск, Смоленск и закончится в Калининграде. Эта акция, по мнению организаторов, должна привлечь внимание прежде всего молодежи к зверствам фашизма и предостеречь людей от возможности повторения войны. Мы наглядно видим то, что сейчас происходит и в европейских странах, и в целом по всему миру, и у наших соседей, что происходит. Все марши, которые сейчас проходят, в том числе и с нацистской символикой, восхваление нацистов на государственном уровне. И мы, конечно, не можем на это дело смотреть, ну, закрытыми глазами.